Государственный долг США обновил исторический максимум, превысив отметку в 36 триллионов долларов. Объем задолженности вырос на 2 триллиона по сравнению с прошлым годом. Специалисты Международного валютного фонда назвали тенденцию угрозой мировой экономики и связали ее с отменой лимита госдолга. Напомню, ранее президент Джо Байден приостановил повышение потолка госдолга до 2025 года, чтобы избежать нехватки средств. Таким образом, дав Министерству финансов возможности в течение полутора лет занимать у кредиторов столько денег, сколько ему необходимо. По данным агентства Рейтер, демократы сейчас настаивают на повышении лимита госдолга. Республиканцы же, наоборот, требуют сокращения бюджета. Теперь, как отмечают аналитики, решение проблемы большой государственной задолженности ляжет на нового президента Дональда Трампа, чья инаугурация запланирована на 20 января.